Презентация проекта «Меняем жизнь людей» от компании РТКОМ состоялась в Хабаровске. Герои фильмов живут в отдаленных и труднодоступных районах России. Екатерина Шмонина из поселка Тугур Хабаровского края организовала родовую общину ивенков и мечтает собрать и сохранить культурные традиции своего народа. О том, как спутниковый интернет помог реализовать задуманное, расскажет Индира Якубова. Это Екатерина Шмонина из села Тугур Тугуро-Чумиканского района. Ее семья долгое время вела традиционный ивенский образ жизни. Это оленные люди. У нас всегда и в советское время, и до советское время были олени. И сейчас отец мне передал их в наследство мне и моим братьям и сестрам. Екатерина более 30 лет отдала преподавательской деятельности. С выходом на пенсию появилось свободное время и желание организовать родовую общину ивенков-оленеводов с целью сохранить традиционное и историческое наследие своего коренного малочисленного народа. Одна проблема – Тугур – достаточно удаленное село. Без спутниковых технологий единственно возможных на этой территории – воплотить задумку в жизнь и предоставить глобальный доступ к культурному наследию Северного района невозможно. Спутниковый интернет, конечно же, круто изменил мою жизнь, потому что мы, находясь в отдаленном селе, мы решили написать проекты. Первый проект у нас был направлен на сохранение ивенкийской культуры в нашем селе. Язык у нас забывается, многие уже утратили свою традиционную деятельность, но мы не должны забывать свои корни, потому что не бывает дерева без корней. История Екатерины была презентована в рамках проекта «Меняем жизнь людей». Портфолио проекта регулярно пополняется схожими с нашей героиней историями о том, как появление интернета улучшает качество жизни на труднодоступных территориях. Проект «Меняем жизнь людей» – это часть стратегии развития компании РТКОМ. Наша социально ответственная миссия, как лидера рынка спутниковой связи, давать возможность подключаться к интернету всем тем, кто в этом действительно нуждается в каждой точке нашей большой страны. Блогер, общественный деятель, продюсер и посол проекта в Хабаровском крае Валентина Алексенко подтвердила необходимость современных спутниковых технологий для качественной жизни людей в удаленных районах. Наверное, самое яркое впечатление от проекта – это живые горящие глаза людей, у которых действительно жизнь изменилась к лучшему. Перед ними открылись такие перспективы, что я стою, смотрю на них, и у меня действительно дух захватывает. Для меня огромное счастье наблюдать такие истории, и я очень счастлива, что компания РТКОМ дала мне такую возможность быть послом проекта, видеть все это и соучаствовать в этом. Чтобы сполна реализовать свою позитивную миссию в рамках проекта, Валентина Алексенко показала представителям СМИ несколько коротких историй о жителях отдаленных районов Хабаровского края, которым для осуществления мечты не хватает именно спутникового интернета. Журналистам предстояло принять ответственное решение – отдать свой голос в пользу одного из авторов. Победителю голосования достанется комплект спутникового интернета. Выбор сделан. А это значит, что в ближайшем будущем интернет изменит еще чью-то жизнь.